Здравствуйте, меня зовут Елена, мне 40 лет. До этого момента я жила, так сказать, с грязным окном, потому что мое зрение было не настолько худшим. Но меня всегда смущали очки, я не могла их носить. Линзы тоже мне не подходили, много пробовала. И обратилась в клинику Эксимер для коррекции зрения. Мне провели диагностику, дали консультацию, и я согласилась на коррекцию зрения. Сейчас прошла неделя, и мое зрение восстановилось на 100%. Я сейчас в данный момент нахожусь с приема, то есть я в шоке, потому что этот мир заиграл новыми красками, новыми впечатлениями. Я могу не щурясь смотреть, не одевать очки, не одевать линзы, уже не испытывая дискомфорта. Очень хочу поблагодарить своего доктора Дановского Игоря Валерьевича за предоставленную консультацию. Он мне все хорошо объяснил, как будет проводиться операция. На операции доктор мне помогал, я его слушала, и не было страха, не было боли, как все думают, что это очень больно. Сама операция проходила в очень комфортных условиях, достаточно быстро. После этого я посидела где-то полчаса в клинике и ушла домой. На следующий день я уже видела все, что до этого было мне не подвластно было моему зрению. Очень благодарна клинике и доктору. Спасибо большое.